Ну так нормально. Вот как мама. Мам, ты хочешь, чтобы я, по-твоему, на фотосессии была в таком вот состоянии? О, да. Даже под мышки Да. побрила. Кошмар. Ну что, нормально, я хочу сказать. Такой вот у меня макияжик, блесточки. Мама говорит, что меня выгонят нафиг. Еще и маникюр такой, да? Какой-то детский. Надо будет сделать жесткий, черный. И собака, псина. Да? Крыса Все, не ужасная. снимай вот там бардак, Да не что у вас видно на этот море. бардак, видно только наш потолок. Да. Муа. Good morning, мы на Галицком. Сейчас мы с Джесси здесь пройдемся. Я постараюсь снять обзор, потому что я здесь никогда раньше не была. Начнем обзор отсюда. Так, Джесси, стой здесь на месте. Катя, я снимаю влог, улыбнись. Передай себе привет в 10 класс. Привет, Ирина. А я никому не передаю привет, только зрителям. Ладно, может, Денис что-то передаст? Свое позирование? Да. Не-не-не, я тут нормально. Молчу-молчу. Мне больше нечего терять. Ой. Катя, покажи, что стало с тобой. Ничего на жопе нет. А что, у нас же салфеток нет ни у кого? О. Колени уже уничтожены. У Динары были. Боже мой. Можно салфетки есть. Передайте привет. Привет. Всем привет. Влог снимаю. Купила. Ну все. Я нашла решение этой проблемы. Так, она отдала свою собачку маме Саши, и, в общем, теперь она у других хозяев останется. Так что не оставляйте своих собак Сони, потому что ее мама не позволяет ей оставлять ее дома. Ну, моя мама такая, сама виновата, быстро забери. Это кто, мне кричат, что ли? Кто? А, Дениски кричат. Денис, иди сюда. Вот такие вот охранники здесь. Ну. Да, Соня, она не злится. Еще бы не злиться. Еще бы не злиться, когда такие за периметр выходите. А где периметр? Ира. Ира, да. Скажи что-нибудь себе. Она все знает. Ладно. Мы все сказали? Окей. Надо. Да, снимай меня. Пофиг, у меня черная одежда. Снимаешь меня? Сонь, не нужно. Давай. Она будет коричневая. Пожалуйста. Пофиг. Сонь, не надо. Я уже испугалась. Ладно, я после фотосессии это сделаю. Они уже не есть. Здесь так. Конфискуйте собаку. Мы снимаем влог. Да. Вон Денисочка сидит и пердит. Так, молчу-молчу. Иди, фоткайся, все фотки сделай. Ой, как я устала. Пойми, что там? Я запью, и во мне вырастет дерево. Следите за результатами на моем канале, которого нет. Мы идем на фонтаны. Нет, Соня! Соня! Бесшабашная. Господи. Да. Соня. Соня, она так прольется. Соня, лучше на фонтанах. Соня, возле Авроры лучше это делать. Соня, блин.
Капец. Соня, лучше это делать на фонтанах возле Авроры. Надеюсь, на 15 суток не закроется хулиганство. Какое хулиганство? Тут все так делают. Просто минус платье. Минус юбка. Капец. Куда мы, не надо? Соня! Я понимаю, тебе уже не жарко, да? Соня! Теперь ей не жарко хоть. Все, я искупалась. Все, Джесси не хочет. Джесси не хочет. Да, Соня, конечно. Все, искупались и пошли. Джессичка. Тебе жарко, не жарко уже? Не жарко. Отлично. Зато не видно, что я где-то там была. А есть ли камеру? Камера ваша. А мы будем найти пруду с рыбами. Какое-то красивое место. Я вас привел. Что-то привел. Какое красивое место. Встал на скамейку, закрыли спинами все цветы. У меня больше цветов. Так цветов там нет. Он ракурс выбирает, не очень. Итак, девочки, я иду гулять. Пока, Соня. Мы орем из-за фотографа. Соня. Разборки. Катя гуляет по Сан-Франциско с какой-то псиной. Кстати, да, похоже. Так, поснимаем цветы. Кать, просто возле кустика, мы разве все здесь поместимся? Не знаю, там рулон нам. Главное, не захватить вот эти дома, а то у меня хочется. Так. Точно? Здравствуйте! У нее 120 подписчиков. Сегодня я в черном списке этого парка. Ну что ж, поздравляю, вы официально заблокированы. Все. И он мне сказал, вам бан. Роскомнадзор вас заблокировал. Бан вам. Вот мне охранник Виктор сказал, вы у меня на карандаше. Разве не Федор? А Федоров красивый, он добрый. А, окей. Ты видел, на чем я рисую? На телефоне. Ну, так какой он? Обычный. Разбитый. Мы идем в магазин, мама. Снимаю влог, кстати, продолжаю. А вот парк, из которого меня выгнали. Вот мой одноклассник. Ну, здрасте. Пересмотришь через 10 лет. Да. Ну, что, в магнит. Сейчас подумаем. А клубничный покажи коктейль. А вот клубничный коктейль. Какая? Это ягоды и лимонад. Круто. А вот клубничный коктейль. А я квас взяла. Ну что, мы делаем свою пиццу в Сундарах? Да. Огромное. Ой, я как хочу. Красавица. Джесси, макака. Можно на травке полежать. Там есть вот эта многоместная качеля. О, боже, нет. Вот туда я точно не полезу. А я полезу. А я полезу с тобой. Я полезу. Я помню, я когда-то на ней катался, мне понравилось.
Там весело, можно полежать. Почти как в гамаке, только не из ткани, а из твердых верёвок. Ой, я хочу туда, вот на эти вот ткани. Ой, они неудобные, вот, вот это вот. Я тоже хочу туда. Давай. Ой, блин, я тоже так хочу. Так, женский туалет. Софа, ты не знаешь, где продаются кондиционеры? Дай мне кондиционер. Идем домой. Я, кстати, видела такие детишки, там, где просто так вот сверху одеваются, и он там зонтиком вот так. А, ну зонтики, да. Ну зонтики, да. Это, мы, я тут... это на море. А, то я гениальное будущее, которое мы заслуживаем. Летом 2009 года. А что, куда дальше? Прикольное дерево. Так, тут одуванчики, значит, нам туда? Да, только большой. Вон они. Нам туда? Вниз спускаться, где красные деревья вот эти вот. Для тонуса, да, Яш? Да. А для чего? Вообще, мамы нет. О, офигеть. Просто стульчик посидеть. А то может выйти куда-то. Ресторанчик Краснодар. Still alive. Ева! Обещали по прогнозу, да? Ева! Родился. Как мы узнали? Чуть-чуть засиделся. А как мы узнали? Изо всех вообще сил не хотел никуда вылазить. Проспал. С куполом, да. Это кажется какой-то земля. Все? Она очень полезна, ей надо дышать, у кого астма, у кого насморк, да, у кого кашель. О, как хорошо. Серьезно. Он собирался мой палец лопнуть, представляешь? А? Вот этот красный сом, сам сом собирался мой палец. Как лиса. Банан и ягоды. На.